Давай сюда. Я жрет мою еду! Никита! Сос! Это ужас! Никита! Кожа хотя бы спасти! Это что за свинство тут у нас живет? Блин, друзья, я в шоке. Эта свинья, она все больше и больше с каждым днем. Она залазит на стол в наглую просто. Постоянно все съедает. Это ужас. Мне нужно видео срочно. Какое? Снять. Я в прямом эфире. Вдвоем его? Нет, тут все важно. Да. Видите, какой она меня синичелло оставила на лбу? Вы не офигеете? А царапинка маленькая, подумаешь? Не царапинка это. Это... О, глаза просто. Смотри, свинья на заднем фоне, как невкусно просто. Мне нужно проигрыш. Если не видят, то проигрыш. Слушай. Мля. Тебе что-то нужно от меня. Мне когда-то что-то будет? Будет. Когда? Что это? Скоро. Ну, перезови. Да нет. Вот это мне надо. Такой эфир. Вот это вот. Свиньюшкой. Ну, попроси свинтуса. Так, ну что с ней происходит? Что с ней падает. Она сожрала все. Сожрала все. Ну попроси кого-нибудь, мне прям. Так, всем приветики, друзья. Тут просто небольшой у нас был сос со свиньей. Обожаю вас, смотрю проект только из-за вас. Хрюнделя на шашлык. Он, блин, еще и кофе мое разлил! Он одичал. Ну все мало и мало, меньше и меньше. Вернее, больше и больше хочется есть. Юля спит в бунгало. Ну Никит, мне свинья сожрала мою еду. У меня сейчас стресс. Худее будешь. Я и так, да. Сейчас она очень сильно похудела, она очень инглис. Что? В смысле? Ну, это правда, что ты похудела. А что ты меня жирной называешь? Я про вот это чудо, вот это розовое. На... Ты меня Настя назвал! Так, все, друзья. Нет, свинью мы на шашлык не можем отдать. Попроси кого-нибудь, Никит. Ну я не могу оставить своих 205 человек. А? Какие секреты? Можно, Ну ты скажи, чтобы все знали, ну, да, что я офигенно. Я снимаю, скажи, что ты сняла, можно люди подождут, когда ты перезайдешь. Они на не подождут. А что надо снять? Меня вот просто этот кусочек. Видишь? А что ты будешь делать, идти по океану? Просто, все. Прям 15 секунд в сторис. Ребят, надевай микрофончики. Никит, ну, если ты начинаешь разговаривать с Олесей, надо надевать микрофончик, мой дорогой. Ты же знаешь правила. Так, друзья, что делать? У меня 236 человек, я должна покидать эфир? Они не забудут про тебя. Ну... Так, он меня просит снять какое-то видео, я не понимаю, какое? Как он идет по океану. Так, давайте немножко пообщаемся. Иди помоги, мы им подождем. Блин. Мне кажется, тебе нравится Никита Барышев. Мне он нравится как друг. Что? Идти? Блин, ну подождите тогда, пожалуйста, у меня. Нет. Я вам поставлю, чтобы вам было видно. Да что нет? Почему? Ну иди попроси, у тебя живет два прекрасных человека в бунгало. Вон Настю попроси, она опять жрет. Никит, ну что, все вымерли? Так, привет из Крыма, спасибо.
Привет вам, Сушел. Я все вопросы пропустила. Кто вы по знаку зодиака? Телец. Денис, вы не мешаете с нами вести диалог. Вот именно. Давайте вопросики, друзья. Пока что-то я не вижу никаких вопросиков. Он опять идет с енота. Где она? И вон там сэшек внизу, да? О, Господи! Какая она неповоротливая просто. О, друзья. Так, ладно, давайте вопросики. Олеся с белой, супер, она как и с Женькой помирилась. Нет, я думаю, что навряд ли они будут вместе, пока Женя как-то не изменится, не возьмет себя в руки, не перестанет флиртовать с разными девушками, а докажет Юле, что он действительно хочет быть с ней, что он готов к семье, что он не ветреный. Просто хочет ли он сам этого или нет. О, кстати, я сделала маникюрчик сегодня. Ура! Френчик. Красивенький. Плохо видно, но, наверное, со связью что-то не очень. Чаще с парнем, который нравится. Секретики пока что. Кто нравится из проекта по характеру? Честно, сейчас те люди, которые на поляне, я их не знаю вообще. Я не знаю, какой у них характер. Я ни с кем не общалась толком. Поэтому я могу видеть кого-то с экрана, строить какие-то свои иллюзии, но абсолютно не знаю... Ай, пожалуйста! Да мне ест ноги. Но абсолютно не знаю, какой этот человек на самом деле. Да Никита! Во характер. Вы меня за свиньей уже надоели оба. Начало. Что один, что второй, блин. Красивый маникюр, все видно. Хорошо, девочка симпатичная, милая, передала привет, спасибо. Какие любимые сережки? Любимые те, которые остались, не сломались. В общем, живем на остатках былой роскоши, так скажем. Каким парфюмом пользуешься? Духи тоже все в основном закончились. Остались одна маленькая упаковочка из Зары, такие фруктовенькие. Все, но в понедельник, слава богу, откроются в магазины. Откроются магазины, и я куплю себе что-нибудь наконец-таки. Так. Как иметь красивые ручки, как у тебя, не перекачанные? Ну, от генетики многое зависит. Плюс не делать, наверное, упражнения насильное. Кто не кусает свинку? Насильное увеличение, чтобы мышцы не росли, не сильно тренироваться, умеренно. Но мне кажется, девушка в принципе не может быть перекачанной. Ну, пожалуйста. Тебе нравится именно новый парень, да? Просто подтверди, если это так. Я не знаю, с чего вы взяли, что мне кто-то вообще нравится. Ты научилась принимать себя полностью или дальше скрываешь? Так, понятно. Я ничего не скрываю. Говорила в открытую, что я не делала ни нос, ничего другого, кроме того, как увеличивала губы. Да, Настя? Так. Ну, Настя! Что она делает? Почему плохо кушаешь? Я не плохо кушаю, когда он сказал, что я плохо кушаю. Я просто кушаю мало, чтобы Настя не была голодной. И докушивала мою еду. Видите, как ей вкусно было? Вкусняшка. Когда уже будешь в Москве? Хочу видеть себя на поляне. Господи, как я хочу уже видеть себя на поляне. И в Москве, вы не представляете. Скоро буду. Я прям чую, что скоро буду. Так, давайте сейчас еще парочку вопросов, иначе меня сожрет уже кто-то другой. Собаку заберете в Москву? Зачем? Сэшек здесь живет, он тут привык, ему тут по кайфу. Время у нас 18:21. Привет, я вживую красивее, чем на экране. Вы меня видели вживую.
Как относишься к носке масок? Каких масок, которые в Москве надевают? Слава богу, что меня не ждала эта участь, потому что мне не очень хотелось бы ходить на лице с маской. У нас уже темно. Все вам вокруг чуть-чуть покажу. Экскурсию. Наш бассейн. Наш океан. Это наш Барышев. А, это вот Барышев младший. Давай музычку какую-то потанцуем немножко для подписчиков. Стоп, это секретный трек. Там вот закат небольшой. Обычно здесь очень красивые закаты. Давай. Что-то он от тебя не отходит, Никит, что ты от меня не отходишь? Влюбился, да? Ну, признайся. Да, влюбился, влюбился. Угомонная. Сделай отдельную рубрику про Дом-2, покажи красивые места. Ну вот вам красивые места. Вот у меня, допустим... Скажи. Вот, допустим, у меня свин есть... Свин застрял. Вот, допустим, у меня есть рубрика в постах. Я пишу лайк и выкладываю видео с ребятами. Что там есть Олеська, моя, которая видео. Можете глянуть? Так, тебе нравится Никита? Ну, как друг, да, хороший. А, ты можешь попробовать? Все, я сейчас из-за тебя мне придется закончить прямой эфир, чтобы тебе помочь. Мне когда-нибудь будет что-нибудь за это? Нет, ты обещаешь 2 месяца. Ты обещаешь только 2 месяца, и ничего нет мне. Вообще ничего. Он съел все мои жвачки. Он потребитель. Он... Испачкал бунгало шоколадом, бунгало, съел все шоколадки мои. В общем, Никита очень плохой человек. И сейчас он меня заставляет идти снимать ему видео, потом монтировать эти видео, и ничего мне за это не покупает, не делает. Никит, так нельзя. Все, я пошла снимать ему видео, потому что я очень добрый человек. Ладно, друзья, это была минутка